Наши люди всюду. Я очень люблю Закарпатье, я очень люблю пейзажи, я очень люблю природу, я очень люблю дороги, я очень люблю людей, которые находятся на Закарпатье. Я очень люблю еду, которую они готовят, я очень люблю их гостеприимство. Каждый раз, когда мы пересекаем вот эту вот так называемую границу Закарпатья, я чувствую себя очень-очень хорошо, возвышенно. И мне сегодня там очень нравится. Не хочу уезжать, не хочу. Эй, как собак, валяться. Я просто сдыхаю. Пусть она всегда сидит. Там сейчас дальше такие красоты начнутся, просто капец. Открывайте шире окна и давайте... Стандартная мета. Наши люди всюду. Настроение мне поднимается. От пороть капет. Вы будешь в городе? А это значит... Я не знаю, почему от этого должно подниматься настроение. Мы в Ужгороде. Я, ладно бы мы были в Нью-Йорке. Новую машину хочу. Я придумал себе новое развлечение. Я хочу уехать за Закарпатье на новом автомобиле. Я придумал, что нужно приобрести автомобиль, который будет на номерах той или иной страны. И, конечно же, втянул в эту историю своего нового друга Вову Петрова. У нас пока что нет четкого законодательства по поводу того, как ездят эти машины и что с ними будет дальше. Если деньги пекут карман и хочется купить себе машину, ну потерпи, подзаработай еще и покупай нормально, чтобы не было никаких проблем. А ты уже заработал на машине? Не, я так спрашиваю, я ж не к тому, что я понимаю, что я имею в виду, деньги думал, есть на машину у тебя? Я думал, ты мне дашь денег, или ты хочешь, когда старая ездит. Картошка и мясо, это вообще. Ну, я не думаю, что хватит на хорошую новую машину. Я тебе говорю, есть секретные схемы. Какие? А если поехал, скажу. Я сейчас серьезно, мы же в Ужгороде, чтобы ты понимал. Тут реально пацаны загоняют. Ты хочешь взять ту, которую пригоняет пацаны? Да. Ну, так это же 90% проблемная тачка. Почему? Ну, потому что... Гонят из Словении, гонят из Словакии. Свои там какие-то, их особо не проверяют, берут то, что подешевле. Не, ну, тут у меня есть свои люди. Угнанных машин сколько? Какая разница, кто меня проверяет будет? Тебя не проверяют? Тебя не проверяют документы? Ну, я по Киеву себе мотаюсь. На что, на словацких номерах? Ну, а чего нет? Так лох? Ты вообще понимаешь, что вот эти все синенькие номера словацкие, европейские, они выглядят, как будто у тебя нет денег на нормальную машину. Слушай, ну, в любом случае, лучше сэкономить и купить просто хорошую машину за 5000 долларов, нежели такую же машину за 25 тысяч. Хочешь, бери. Без денег? Да. Не говори, что я тебе не проверяю. Дашь денег? Нет, я дам, не вопрос вообще, не проблема. Когда у людей появляется финансовый интерес, когда речь заходит об их деньгах, которые они, возможно, могут получить, все становятся сразу шелковыми, все становятся договороспособными, всех загораются глаза, зайчики прям какие. Поехали сегодня посмотрим. Сказал, концерт нету времени, уже пора, пожалуйста. Ну? Я договорюсь, отвечаю, договорюсь, все, поедем, посмотрим. Если понравится, купим. Как вот? С меня только деньги. И водитель. И водитель, не вопрос. Мне нужна смешная история о том, как Женя Галич, блин, проебал деньги на машину. А ты потом еще, а потом попросишь. Я потом все буду рассказывать об этом. Ты будешь одним из тех, кто тупит на светофорах, на перекрестках, а я еду сзади, блин, на нормальной машине с украинскими номерами. Я говорю, блин,
Где-то взять деньги, козлина, чтобы купить что-то на своем корче. А я буду ехать. Я буду ехать на такой же машине, как у тебя. В 3 раза дешевле. Буду смеяться тебе в лицо, потому что я сэкономил. Это я буду тебе смеяться в лицо, потому что я на такую заработал, а ты нет. Я еще заработаю. Хорошо. Вова постоянно подкалывает нас о том, что у нас не очень много денег. Во-первых, он не знает, сколько у нас денег. Потому что если бы он знал, сколько у нас денег, это бы сразу повергло его в шок. И нам бы пришлось перед ним отчитываться, откуда у нас столько денег. Ну а во-вторых, это честные деньги. Мы их честно зарабатываем, в отличие от некоторых. Наши люди всегда... Это все вот уже слова? Вообще без проблем пустая, чувак. Никого нет, наверное. Да. Но я, кстати, проходил тут проблемно. Да? Да, последний раз. Ну как проблемно? Очередь была такая, в принципе, не маленькая. И я типа это. Сейчас. Что ты поробуешь? Я подошел к погранцам. Типа, что? Писишь, это режим ячи. Подошел к погранцам. Говорю, пацан, я не хочу в очереди стоять. Они говорят. Ну, сишь, стоять, а все ж на службе. Сишь, стоять, там, моё, там. Говорю, ну, никто же зато сегодня вечером не будет пить коньяк, в отличие от вас. И такие, ну, коньяк, сидят за НАТО, ну, нам бы цигарки, там. Я говорю, ну, 20 евро помогут, наши допустим. Конечно, помогут. Приезжай, ты туда вставай, ты, и я вторым больше за чуваком. И все. Так а что все люди, все хотят жрать? Конечно, и я, и вся съемочная группа. Мы все пошли выбирать Жене машину, потому что это очень интересно. Не сомневаюсь ни капли, что его кинут. И это должно быть зафиксировано на видео, на фото. Зафиксированы все разговоры, чтобы вся страна видела, какой Женечка молодец, как он трынкает свои деньги и как его кидают. Вова очень скучный. Он постоянно ноет. И кинуть тебя, и у тебя не получится, и вообще я знаю, как лучше, а ты не знаешь. Вот, во-первых, кинуть меня тоже не получится, потому что я хотя бы более-менее адекватный человек, взрослый. Вот. Во-вторых, ну это же фан. Я же не покупаю машину для того, чтобы на ней ездить. Я покупаю машину для того, чтобы купить ее на Закарпатье и развлечься. Вот. А Вове это не нравится, потому что он нудный. Он хочет купить машину себе. Я отношусь к этому очень скептически. То есть я не верю во всю эту историю с синими номерами. А вот. Но дело ж не переубедит. Как вообще это происходит? Как в смысле? Вот. Ну, происходит так, что вы выбираете машину, которая вас интересует. Если выбираем где-то на сайте или как? Да, есть сайты европейские. Ну, без разницы. Потому что просто можно машину со всей Европы поставить на учет в Словакию. Стоит тут порядка 800 евро. Зараз там может ту же машину в Украине уже стоит 10-15 тысяч. Есть второй вариант. За 300 баксов вам кто-то загонит машину сюда с европейским паспортом. И тогда на машину будет действовать транзит год. Но фактически вы на ней ездить не можете, но все ездят. Есть третий вариант. Что машина отправляется на фирму, когда ты не являешься владельцем машины, но тебе отправляется трудовой договор, типа. Вот, и выписывается путевка. То есть ты можешь год ездить здесь, пересекать границы сколько хочешь и кататься в этой машине. После того, как я узнал, какие цены на автомобили, которые будут не на украинских номерах, я сразу понял, что это супер выгодно. Это действительно выгодное предложение для того, чтобы ну, там, заиметь, например, первый автомобиль для там, парня, который вот, хочет поездить, научиться и так далее. Ну а потом его продать на запчасти, например. А что получается, ну, насильно, ну, допустим, условно говоря, там, 2010 года машина, она же какое-то шестилетнее, да, загоняется? Ну, где-то так, я не знаю. До 6 лет, может? Я вообще не знаю, я хочу в салон убрать. Что, словацкая машина? Да. Да хоть 30-летняя, там нет. А, любая, да? Нет. Ну, вот, ну, экономия на сколько? Ну, вот, допустим, Audi, там... Четверочка, сколько она стоит 2010 года? 2015. 15. Ну это так, ну, вообще за 17. Ну, 20 хорошо, в хорошем состоянии. То там она сколько будет стоить? Ведь я сейчас скажу точную цену. Сайт. Ну вот, начинается машина 9300. 10. Ну 10. Ну 10. А в каком они вообще состоянии, эти машины? Ну ладно, вот 11 год, 166 пробега. Нормально, честно говоря, есть? Ну, у меня просто нет, сейчас я не брал, кстати, с собой загранпаспорт. То есть, если пересекать... А вообще без загранпаспорта можно пересечь? Нет. Или будет проблема? Нет, не, запустят вернуть тебя, не пересечешь. А вообще, можно просто сходить за границу и вернуться?
Ну, вот по зеленке? Да. У нас в Закарпатье, возможно, все. Незнакомый человек рассказывает тебе какую-то хрень. Ты хлопаешь ушами, веришь каждому его слову. Хотя вы никогда не виделись до этого и вряд ли увидитесь после этого. Ни капли не сомневаюсь, что как только Женя купит у него машину, он заблокирует его номер в своем смартфоне и больше никогда не выйдет на связь. А Женя будет самым крутым рокером-лопухом в нашей стране. Слышите, а прикольная марка, я бы такую брал себе. Ты еще не дорос на такой бэхе, Женя. В смысле? Ты сказал, человек владелец 5-летнего Каена. Ну, такая бывает, стоит от 6000 евро. Серьезно? Ну, серьезно. 6000 евро? Это что, пятерка? Да, я тут даже не разбираюсь. Я в BMW не разбираюсь, конечно, кстати. Мне вообще кажется, что в BMW разбирается только шпана, честно говоря. Машина, блин, для босиков. Хороший фон дороже человек, денег. Который ездит на женской машине. На быстрой женской машине, Жень. Слушай, не, это хороший кузов, мне нравится. Помыть, не знаю. Да помыть ее только надо, это да. Вон возьми себе гольф, скажи как студент. Будешь гонять, вот твоя бэха. Какая бэха для тебя? Гольф и полторы штуки. Давай. Я сейчас беру. Давайте сейчас. Да, есть, да, два. Есть два, да идем. Серьезно, полторы штуки? Друзья, если гольф стоит 1500, а BMW 6, мы можем приобрести 4 гольфа и уехать на 4 гольфах домой. Это будет супер весело, представляете? Ребят, что будем сегодня делать? А давайте купим машин. 4 штуки нам, пожалуйста, 4 гольфа разных годов. Купили и поехали до Киева. Не имеет значения, доедем мы на этих машинах или не доедем. Заберут у нас или их и нет. Но это же прикольно, это же фан. Пацанам надо подарить по гольфу. Сейчас пригнать, как крашенки. Пару гольфов. Как крашенки пригнать такие под шале. Сказать, ну вот, блин, 5 гольфов, выбирайте. Да, разбирайте по цветам. Реально 1500 стоит, да? Да, реально, может, бензин найдешь. Дизель где-то от 2 начинается. Вот так. 2 евро, это получается. И ты можешь на нем год ездить, потом год выехать. А потом можно разборку сдать. Не выгодно тебе скинуть, но приехать дороже будет. Слышишь? Что? Надо пацанам купить машину. Ну, купи. Молодец какой. Наконец-то ты, Женя, вспомнил про свою команду, про ребят, с которыми играешь, про любимых твоих музыкантов, которые всегда подставляют тебе свое плечо. Короче, у тебя надо... Подожди, а... Четыре на полторы, шесть. Шесть тысяч. У меня с собой пара есть, я тебя займу. У меня тоже есть. Но у меня есть еще треха есть. Пятерку набрали. Женя наполовину благородный. Наполовину почему? Потому что он все-таки хотел купить ребятам по машине, но не получилось. Поэтому наполовину он неблагородный. То есть наполовину он молодец, а наполовину не молодец. Хотел, но не купил. В результате я купил себе маленький автомобиль. Ну, вы же понимаете, что я не собираюсь на нем ехать до самого Киева из Ужгорода. Представляете, как это будет весело, когда все едут на автобусе, а я на жесткой сцепке. Еду за ними на своем маленьком автомобиле. Я предлагаю, чтобы на этой машине до Киева ехал Петров. Ну, объяснить, что я уже употреблял сегодня там пиво или там коньяк. Поэтому, Вов, слушай, я поехать не могу, может, ты поведешь? Это будет круто. Наши люди сюда. Вау! Пацанчики! А что за машина? Что это за таз? Что ты где-то его взял? Ну, мы говорили с ним о машинах, но когда он приехал на этом смарте, ну, мягко говоря, ну, такой себе выбор. Женя, рок-музыкант и смарт — это какие-то несовместимые вещи. Самый осенний кабриолет. Ну, сейчас вдвоем туда залезем. Где ты взял? Где вы ее взяли? На границе. Нормально? Ну, вроде нормально. Зачем тебе смарт? А небольшая? Не тебе? Ничего? Самая рокерская машина, ты чего? Да. Первый рокер на смарте. $1500. Это вообще самая стрёмная машина, которую можно было выбрать. Это вообще самая не рокерская машина. Это самая ненормальная машина. Ни один нормальный мужик себе такое корыто не возьмет. Ну, если ему, конечно, не 16 лет, и это его не первая тачка, купленная на деньги из свиньи-копилки. Так, а что ты парням таких еще парочку не прикупил? Он хотел, я свидетель, он очень хотел, пацаны, купить вам машину. Да нет, нафига они вам нужны? Очень хотел, но не смог. Не смог, потому что пришла такая зеленая жаба. Вот такая, я тебе покажу просто. Такая! Размером со смарт. И начала его душить. А чувак, кстати, еще говорит, если возьмешь 3, я тебе по штуке отдам. Что ты мелешь? Вообще не было такого. Ты реально на ней ездить собрался? Ну а чего нет? Сейчас тебе покажу, как круто на ней кататься вообще. Смотри.
Ого. Я как выпускница пьяная. А шампанское? Да. Можешь убрать ноги с салона моего автомобиля, пожалуйста? Тут так грязно. Нет, надо химчистку там сделать. У меня кроссовки чище, чем твой салон. Все, вылазь оттуда, я закрываюсь, пошли играть. Наши люди всегда. Женечка сегодня в Ужгороде вышел в роуминг на 7000 гривен. Да ладно. Я не знал об этом, мне ни смс не пришло, ничего. Но я пользовался целый день телефоном, как в Словакии. С интернетом, с 3G, со всех. Галича даже воздух, который вокруг него, начал кидать. Незримый роуминг незаметно пересек границу, кинул Галича на деньги и убежал назад в Европу. По-моему, это знак свыше, что в принципе не нужно здесь вести никакие финансовые дела. Помнишь, ты мне подтвердил телевидение Ужгорода? Да. Что нам теперь делать? Две минутки, покуришь? А можно сначала переодеться? Ну, как скажешь. Прическа, я кажу, що вона ідеальна для розпрігання. Женя Галич такий собі крутий фронтмен на сцені, а цікавий, який він як людина. Розкажіть про себе. Дуже закрита, закомплексована і сумна. Насправді непомітно. Чесне слово. Дуже серйозна, адекватна 32-річна людина, чоловік, сім'янин, без коханок і всіляких. Без всього цього. Як бути такими класними, як ви, і головне, не закритими, хоча ви хочете це саме показати тут. Як бути класними? Одна порада. Дивіться щодня на себе в дзеркало і кажіть, я класний, я прикольний, я класний. І потім кажіть собі, іди сюди. Город, в якому ми второй раз. Здесь були такі замечательні люди, як Voice Music Festival, Erotic Show, VIP-шоу «Гладиатор», Дмитрий Калиденко, Дагадана, Каструм, Куба, The Saint Patrick Day и еще волосатый Сергей Притула, что само по себе уже делает этот город особенным. Давайте сделаем так, чтобы в этом городе помнили великих киевских мужичков и девчоночек, которые порвут эту сцену сегодня на куски. И пусть компания «Украина» сняла с меня 7 тысяч гривен за то, что я типа подключился из Ужгорода к словацкому. Мне не страшно. 7 тысяч гривен уж как-нибудь отобьем сегодня. Или нет? И помните, что Женька всегда остается для вас кем? Ангелом страсти. Перед каждым выходом на сцену мы с ребятами обнимаемся для того, чтобы обменяться позитивной энергией и выйти на сцену, как ты знаешь, когда круг становится шаром, когда мы аккумулируем всю свою позитивную энергию или негативную энергию, вот, и отдаем ее в зал. Это круто. Есть небольшая проблема. Я сегодня без автопатера. Поэтому, хотя я не заикаюсь. Да. А где Костян? Там уже. Ну все, пацаны, берегите себя. Пацаны, вам хорошие дороги. А уж по приколу в 23:50 уехать в 5 утра на плацкарте. Оно же на. Все. Балды! Наши люди сюда. Короче, я валю в отель. Кого я до сих пор не могу поверить в это дерьмо, в которое хочешь, ты купил. Хочешь, я тебя отвезу в отель? Мне страшно с тобой ехать. Да прокатись. Че, может, вы остаетесь в клубе? У меня такое ощущение, что я ногу засунул. Вот, знаешь, я испугаюсь, ударю ногой, и нога пробьет дно, и я буду тормозить. Короче, это такая возня долгая. Все, давай, устал. Давай. Увидимся. Держитесь. Ты едешь со мной? Я поеду, проверишь, чтоб ты не наделал делов. Это ж ты теперь бухать не будешь, Жек. Не буду. Ты ж теперь за рулем. Давай, с пробуксовочкой. Жека, руку чуть-чуть больше вытащи. Давай. Ну что, давай?
Я стараюсь. Ну, ключ зажигания поверни. Во, я повернул ключ зажигания, не стебись. У тебя не заводится машина? Да езжайте уже, что вы сидите? Почему горит? У него не заводится машина! А почему красным горит аккумулятор? Что это значит? Это не аккумулятор. Смотри, это хана ему, наверное, тогда. Это аккумулятор горит красным. Я поздравляю тебя. Чувак, она на гарантии, не? А? Она на гарантии? Какая она гарантия? Она старая будет. Ты что, дурак, какая гарантия? Я тебе говорил, бери гольф. Нет, так я сейчас клемму поправлю. Давай, поправляй. Блин, пацаны, вы что гоните? Что вы ржете? Вы клуб, пацаны, я с вами. Так ты ж, блин, только купил. Проверил бы хоть его как-то. А как шо, открывается шо, капот? Зачем тебе капот? У него двигатель сзади. В смысле? В коромысле. Под кресло, блин. Сзади. Ты что, больной, блин? А где это? А где у нее этот аккумулятор? Ты бы лучше санки купил, Женя. Зима, блин, через 2 месяца. Очевидный финал. Мне даже как-то неудобно говорить, но я же говорил. Мне даже как-то стыдно говорить, но я же предупреждал. Все вокруг видели, чем это закончится, кроме Жени Галича. Тут багажник. Тут где багажник? А где у нее двигатель? Да. Раз. И два. Горячо. Горячий очень. Потому что там двигатель. Теперь стой, надо подуть, Женя. Я горжусь. Вся страна теперь увидит, как Женя Галич, блин, купил себе тачку. Гордость украинского рока на неездящем смарте. Я еще раз попробую завести. Пошли, пацаны, в да. такси. Ну, позовешь. Женя, ты позовешь нас, да? Можно донести ее до этого. Я говорил, вот серьезно. Блин, вы что, гоните? Ее надо хоть куда-то. Скажи спасибо, что это 1500 всего. А? Скажи спасибо, что это 1500, а не 5. 10. А куда ты, в отель ее катишь? Саня, ты же дурак. Он сам ее катит. Я хочу сфотографировать эту историю просто. А огромный плюс этого автомобиля, что я сам могу катить. Вот жаль, Никитос не видит эту историю. Вот бы он порадовался, конечно. Пацанам тачки не купил, ему тачки не купил. Я тачку купил. На. Я не хочу тебя слушать. И тачка. Ты хотел трахнуть всех, а тебя трахнуло твое корыто. Это было понятно, что с этой машиной будет что-то не так. И вероятнее всего Вова будет говорить о том, что он был прав. Посмотри, как я предугадал вот эту ситуацию. Но у меня же была цель другая. Мне было нужно просто получить от этого какое-то удовольствие, какой-то новый эксперимент. Я это сделал. Я крутой. Наши люди сюда. Надо, чтобы во время своего выступления в конце спели песню от Орвальда, любую. Что ты занервничал, что ли? Кто-то сыграл песню Жени Галича. Чувак. Это прям моя мечта. Зафиксировать на видео, как дерутся два солиста двух рок-групп. Это была бы сенсация. Наши люди все.